Всем привет, с вами Ван2013, и сегодня мы будем играть в игру The Escapists. Эта игра, она вышла где-то в сентябре или раньше, это еще только альфа-версия, так что не судите по вот этой вот графике, по всей этой тупизне. Давай-ка начнем сначала. Я сейчас выберу какого-то зэка. А, вот все, могу выбирать. Ну, я, пожалуй, его оставлю. И введу ник. Вот такой вот. Давайте мы поиграем. Да, давайте на сложный. Или нет, давайте сначала на легкой, а потом уже на сложный. Потом, в следующий раз. Дир Иваныч, что-то там на английском. Короче, вы попали в тюрьму с кабельным ТВ. Давай. Вот, как видите, показано время. Это у нас обучалка. Пока спим. Все. Утренняя перекличка. Мы идем. Если на ней не появится, то начнут искать. Давайте быстрее. Так, ну вот я появился. Вы меня видите? Видите меня? Да. Так, ладно, сейчас сбегаю отсюда. Самое главное то, что они меня уже увидели. Все, теперь... Да, будем качаться. Вон он там меня заметил. Но это не важно. Сейчас как бы брекфаст. Но на него не обязательно появляться. Сейчас я подкачаюсь. Давай, качок. Качкмен, качкамен. Оригинальное название. Давай, качок. Качок 22-го лейбла. Давай. Дальше у нас утреннее свободное время. Сейчас мы будем повышать тогда интеллект. Умылись. А хотя нет, я вот почищу сундучки. Все. Все есть. Давайте еще почистим. Это. Так, ну там... А, не, сейчас мы сделаем заточку. Тут ничего такого нету. Так, потому что это все мое. Окей. Красные вещи, это которые... Которые запрещенные, вот. Ну, я тогда сделаю папье-маше. Сейчас. Мама, что я взяла? Не понимаю. Третий раз захожу в сундук. Уже потерка. И все, складываем к себе. Так, тут я, кажется, был. Сюда мы пойдем сюда. Нет. Вот, что-то уже такое есть. Картишки тоже не нужны. О, клей, нормально. С кружкой. Что же можно делать из кружки и клея?
из жидкого клея. Клея нет, ладно. Также я могу сделать сейчас так. И это все накрыть. Чтоб никто не видел мои действия. Дальше... Что сейчас? Сейчас мы можем постирать. Вот как вы видите, есть полицейский костюм. Я сейчас могу сделать... Все. Все по-тихому. Через металлоискатель можно пройти только тогда, когда ты... Когда ты на себя что-то одел или взял, например, как орудие. Вот, например, я могу... А, нет, с этим я не пройду. Ну, короче, вы уже убедились, когда я так проходил, и у меня была заточка. О, сразу же два полицейских. Так, одну мы сейчас оденем. Гриб. Они меня, вот видите, они меня палят, когда я в костюме. Так что лучший способ сделать сейчас так. Это мы все кладем. А это мы оставляем. Вот тут заполняется шкала, сколько я работаю. Осталось совсем немножко. Все-таки, когда делаешь металл, все происходит гораздо быстрее. Я уже один раз в нее играл, эту игру. Тут достаточно все легко. Все. Джоб-квота заполнилась. Теперь так аккуратненько проходим и переодеваемся. Все, никто ничего не запалил. Проходим к себе и кладем это в толкан. Все. Клей. Оставим. Теперь мы идем в качалку. Сейчас покачаемся, накачаем. Вот все наши нормативы. Как бы норматив-то 30. Тут как бы уже все за 28. Значит, минус идет. Сейчас, ладно, мы и так качки. Сейчас сделаем так. На, как из GTA. Беги, 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 беги. Да насрать, что там у вас. Какое хобби. Мне сейчас надо побегать. Давай, 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 давай. Не ленись, сказал. Давай, давай, все. Моемся, ура. Ура, бежим хавать. Это у нас что? Это у нас ужин. Так, я возьму. Так, что я буду делать? Подкоп. Это уже и так ясно. И сейчас мы будем заполнять энергию. Ну все, я похавал. Теперь можно будет копать под себя. Гы-гы. Теперь будем копать.
О, да, можно копать. Так, единица. И копаем. Тут так вот все неудобно. Хма. Офигеть. Это как? А, не надо. До 100 заполнить, а не до 0. Теперь все понял. Кажется, моей ложке придет каюк. Тем более она пластмассовая. Вот видите, менты не видят, потому что что-то все закрыто. Давай, копай. Кстати, я получил $50 за работу. А, понятно, ложка сломалась. Ну ничего, мы взяли две. А, все, нет? А, понятно. Кушать хочет, ладно. Пойду найду шоколадку. Нет. О, вот и медицин. Нет. Когда я не знаю, что он. Поэтому надо помыться. Я не знаю, что он хочет, поэтому надо помыться. Оригинально. Мойся, гад. А хотя, походим так. Нормально такие бежим. Что ты тут такой ходишь? Так, ладно, вечерняя перекличка. Как раз у нас есть $50, каша есть 50. Давай, продавай. Нормально. Все, что нам надо, это скотч. И... А все остальное нам... На все остальное у нас не хватает денег. Ладно, у нас есть ложки. На все всегда ответ. Ложки. Конечно, всегда. Нормально. Буду такой сам первый сейчас. Нет, шоколадку не куплю. Все, нет. Нет, ничего с этим не связано, ладно. Тогда будем рыть подкоп. Я просто так нору этого ставлю. Нормально. Ё-моё. Давай. Вы что-нибудь так услышали? Или просто... Да нет, вот все на мне. Тогда как они могли это все заметить? Ну ок. Рецепт. Но он нам не нужен. Нам нужен клей. Ага, вот этим торгуете, а я все могу было брать бесплатно.
А за с кем? Кушать. И все-таки я не понимаю. Так ладно, давайте копать опять нору. Давай копай. Не знаю, может быть он быстро копает, если я скорость улучшу. Не знаю. Сейчас у нас 32 скорость. Вот почему-то иногда днем они проходят, и это все. Они могут просто так проходить, меня не замечают. Но когда я выключу свет, они как будто... Не, ну я просто удивляюсь, как? Просто такой зашел, на... Прописал тут. Теперь боюсь копать. Прикол, не понял. Чё он тут? А, понял. Он вообще силачен, потому что столько жопотёрки он с собой носит у него. Дофигище, короче, всё. Так, ну да, вон, знаете, я тоже сейчас могу посидеть. Ладно, тогда сейчас пополним энергию. Давай, жри. Все. Сейчас у нас работа. Ладно, работа это главное. Потому что на ней могу получить эти $50. А $50 это... Не знаю. Я не знаю, сколько это будет стоить. А, ну примерно форма. Как мы это видели на перекличке. Там кто-то как раз барыжил формой. Ах, чё точно. Почти прям. Я думал, сейчас прям все... Вся пятюня будет... Коповской одежды. Хотя тут, кажется, не так, как на металле. Да, вот тут всего лишь... Сколько? 10 одежд, 10 одежд постирал. Все. А там надо... Я в тот раз подсчитывал, надо 14. Сейчас я, конечно, не знаю, сколько. А, ну в этой, да, вот 14.
Все. Тогда мы прокопали Адирт. Мы давайте сюда. Все, это не наше. Так, опять же в качалку. Будем сейчас скорость качать. Рор пишет. Или говорит. Не знаю, там в этой игре. Да, скорее всего, он говорит. Но не может выжило написать. Хотя. Может быть, это 2013 год. Когда ты такой думаешь о чем-то. Так ё-моё, я это подумал. Такой над тобой это пишет. Облачко такое белое. Так, это у нас кто? А, это у нас синий. Файл. Так, это тоже можно. Не, файл. Давайте его тоже сейчас сюда положим. Где? Так, ладно, давайте я тогда сейчас сделаю папье-маше одну. Окей, нужен интеллект. Но сначала на ужин. Ам-нам-нам. Чё-то как-то они долго жрут. Да, давайте возьмем ножик. Все нормально. Да, я думаю, нам понадобится, когда я буду в этой яме, мне понадобится две подушки и одно покрывало. Дальше крафтинг. Не хватает 11 интеллекта. Окей. Файл в толкан. Все, в интернет. Поумнеем сейчас. Ну как ты там в интернете? Я так думаю, он сидит ВКонтакте. Потому то, что там только учат, как оборачивать этим покрывалом две подушки. Не так. А хотя зачем я, кстати, положил? Я бы сейчас прям перед интернетом. Ладно, пойду возьму. Сейчас такой напишет. Остался один интеллект. Как такое у меня уже бывало. Так, если удерживать, он что ли покажет всю информацию? Нет? Ну ок.
Так, побежали. А, у нас сейчас еще свободное время. Все, вечерняя перекличка. На ней... А, нет, я ничего не смогу купить. У меня всего лишь $4. Давай быстрее. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, отбой. Ну, такой с ножиком спит. Окей. И все. Игра сохранилась. И если здесь впервые, то можно подписаться на канал. Короче, всем бай-бай. Поставьте лайк. И решайте, как мне слинять из этой тюряги. Либо умным способом. Точнее, умным и очень долгим, вот. Это под землей, или просто умным и очень быстрым. Это просто срезать калитку. Так, все, давайте решайте в комментариях. Все, всем бай-бай.